Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас будет небольшое видео на кулинарную тему. Я говорю «у нас», потому что мой муж решил меня порадовать своими кулинарными способностями, талантами и решил приготовить традиционное английское блюдо на ужин. И называется оно «scrambled eggs», что в переводе означает «яичница-болтунья». Я уже говорила, что английские мужчины могут многое делать по дому и, естественно, готовить тоже. И мой муж не исключение, но хочу сказать, что рецепт очень простой, состоит из яиц и даже без добавления молока. Но фишка заключается в том, что их нужно постоянно помешивать, разбивать и помешивать их, то есть не останавливаться. Я пару раз проделала такой эксперимент, у меня ничего не получилось, потому что нужно было остановиться в определенный момент. У меня это не произошло, поэтому моя яичница-болтунья не получилась такой пышной и нежной, как хотелось бы. Но зато это очень хорошо получается у моего мужа, поэтому я никогда не мешаю ему проявлять себя. Еще пару слов о названии этого блюда «Scrambled Eggs», потому что оно тесно связано с песней «Beatles Yesterday». Говорят, что мелодия этой песни пришла Полу Маккартни во сне, и он, когда проснулся, начал записывать ее, и уже, как бы еще не зная слов, стал напевать «Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs», что означает «яичница-болтунья, о, крошка, как я люблю твои ножки». Ну вот, собственно, и все. А сейчас мы плавно переместимся на кухню, потому что там, наверное, уже идут приготовления, и мы пойдем и посмотрим весь процесс. Итак, мы уже на кухне, и вот муж говорит, что для приготовления прекрасных scrambled eggs нам нужно всего лишь вот столько масла в сковородке, соль и перец, 4 яйца, 2 тоста в тостере. И вот, собственно, и все. Сейчас начнется процесс. Ага, ставим масло на сковородку и взбиваем яйца. Так, ну вот взбил, посолил, перец. Ага, а масло здесь уже подтаивает у нас. Хорошо. Поставил в сторонку. Я комментирую. Так, хорошо, масло должно растаять. А я стою и жду. When you cook scrambled eggs, they need to be done slowly, да? Ага, значит, когда вы готовите scrambled eggs, они должны быть приготовлены на медленном огне, то есть медленно, не торопясь. Не торопясь. Так, значит, все делается одновременно. Тосты пошли в тостер. Заливается яичная смесь вот в эту сковородочку. И вот самое основное, это процесс мешания, который у меня не получается. Сейчас я вот покажу его прям вот так вот, чтобы вы видели. Необходимо непрерывно помешивать, чтобы не приставало к бокам и ко дну сковородки, в данном случае ковшика. Если пристает, все равно нужно как-то отскрести и по новой мешать, мешать, то есть непрерывно. Ну, это как у нас вот в русском омлете, мы делаем омлет с молоком, заливаем и все, и уже не мешаем. А здесь вот как раз-таки вот этот процесс мешания идет. И в какой-то момент нужно остановиться. Потом вот таким вот образом накладывается все. Готово. Соль и перец, чтобы завершить вкус. Ну вот сегодня у нас вот такой ужин. Называется scrambled eggs.
Всем приятного аппетита! А мы уже вышли на улицу, потому что у нас сегодня ночь Гая Фокса, и везде бомбят, везде фейерверки. Я тут застала парочку, но не такие большие, как хотелось бы мне. Но вы знаете, что Гай Фокс пытался когда-то поджечь парламент, свергнуть правительство, короля и так далее. И вот сейчас устраивается каждую ночь, каждый год, 5 ноября, устраиваются фейерверки.